хитрый шансовый инструмент. Вот такие вот зубы у него тут. Вот работает, да? И при его помощи сейчас вот эту вот латочку до крыши. О, вот такая железюка. 50, 50, почти на 50. Вот мы ее сейчас загнем кромочку. Вот так это выглядит. Вот так вот. Опа. Опа. И потихонечку. Загибаем кромочку. Вот так можно. Это у нас кромкогиб. Латочка ложится внахлёст, а со стороны сварочный шов выглядит как штык, потому что он получается заподлицо. Вот такая вот конструкция. Вот так.